Я уже сигарь. Да я эти забыл. Где? Наверное, в такси вместе с цветами. Ёлки-палки. Хорошо, тогда я в следующий раз свое желание забуду в такси. Яночка, ну чего ты? Я же на... Что? Прячься! Подожди, там бампер! А там зимняя резина! Сейчас. А, таракан! Ну, давай под одеяло. Все равно, наверное, ненадолго. Здорово, малая! Здорово, муж! Короче, все. Набомбился я. Подожди, ты же говорил, что хотел сегодня подольше побомбить. Ну да, я просто сегодня одного лоха из аэропорта вез. Так у меня не было сдачи за 100 баксов. Так я взял 75 чаевыми. Может, ты поедешь еще там своей жене на шубу заработаешь, а? Да не, все, уже наездился. Кстати, о, цветочки те, твои любимые. Просто лошара какой-то в машине забыл, ага. Вот, видишь, я тебя сразу подогнал. Кстати, он тут еще пакетик забыл один. О, с конфетами своими любимыми, вечерний Обухов, ага. О, да тут и шампанское твое любимое, ё-моё. Вот это мы сейчас шваркнем по 50. Правда, мне потом за руль. А, хотя, когда меня это останавливало вообще? О, да тут и презервуары. Точно романтик какой-то. Купидон ехал. Ну, понеслась. Ай, уй. Ай, уй. Здрасте. Ах ты, рыбий глаз. Я тебя узнал! Это ж ты тот лох, который у меня все это в машине забыл! Вы все не так поняли. Я вообще никакой не рыбил глаз. Я Купидон! Да! И приехал вашу жену подготовить к вашему приезду. Вот! Ага, Купидон. Ага. Ну, готовь крылышки! Сейчас мы тебя с балкона запускать будем. Куда? С балкона? Не надо, я лучше поеду. Да. На такси. Куда? В аэропорт и по двойному тарифу. Поверь, я знаю, что говорю. Я по двойному не поеду. По тройному. Что ж ты тогда сидишь тут это? Одевайся давай быстрее. Все, я тебя внизу жду. Все. А то смотри мне, я тебя из-за тебя еще и на простой возьму. Понятно? Я тогда быстренько. На, шашку захвати. Ага. Все, буду вечером. И вот этого нелегала я задержал у тещи на даче, когда приехал туда сажать картошку. А вот теперь мы посадим его. Я вижу, зятек, что тебе солнце здорово в голову напекло. Так, ага. А вот хамить не надо. Угу. Судя по цвету кожи, этот нелегал прибыл к нам из Занзибара. Похоже. Из-за какого Занзибара? Я даже их языка не знаю. Отфиксируйте, пожалуйста, что нелегал находится на территории Украины так давно, что забыл свой родной занзибарский язык. Что ты мелешь, зять? Что ты мелешь? Вот я сейчас дочери позвоню, она тебе быстро мозги вправит. Ну, ничем порадовать вас не можем. У нас, к сожалению, международные звонки заблокированы. Вот паразит, а? Но мы можем вас туда, в Занзибар, бесплатно депортировать. Ты в голове у себя подепортируй. Может, у тебя там что-то наладится. Так, второе предупреждение. Я, гражданочка, не посмотрю, что вы иностранка, и международного конфликта не побоюсь. А ты, крыница, вообще молчи. О, фамилию даже выучила. Внедряется. Да это чистой воды внедрешь. Да кстати, у вас тут внедрешь. Насчет международного скандала. А документики ваши предъявите, пожалуйста, а? Они у меня дома. Кто на дачу с документами ездит, а? Дома. Дома, да? Да. Дома это где? На Занзибаре? Отфиксируйте, пожалуйста, что гражданка пересекла государственную границу Украины без документов. Выпусти меня немедленно отсюда! Я на огороде загорела!
Ха, ну понятно. А где же вы еще можете быть? Кто же вас на нормальную работу без документа возьмет? Слушай, понаехало к нам этих гастарбайтеров всяких с Занзибара, а? Ну, гадина, дай мне до тебя хоть дотянуться. Я предлагаю начать депортацию прямо сейчас. Выхода другого нет. Приступаю. Вот гады, а! Неси электрошокер. Сейчас. Я тебе сейчас дам электрошокер. Так, кантовать можно. Открывать не можно. Гражданочка, диктуйте адрес ваш, занзибарский. Я ж вернусь, я и до тебя доберусь, Петренко, гад ты такой. А, короче, выгрузить возле ближайшего баобаба. Так, груз очень агрессивный. Перед полетом усыпить. Я тебя на огороде закопаю вместе с картошкой. Гражданочка, я не знаю, про какой огород вы говорите, но свой я завтра забетонирую. Ты паразит и сволочь, запомни это. Готово. Все. Слышь, Петренко. Можно отправлять. Ну-ка, иди сюда. А? Слушай, а тебя жена твоя за вот это не убьет? Я сказал, что маму в Египет отправляю. А, почти правда. Слушай, может, мы завтра и мою упакуем? Легко, давай. Только страну придумай. Так, ты Занзибар, значит, мне на Р. Румыния! Нет, это близко. Пешком приползет. Да и там ее примут за свою. Руанда. Ты хоть сам знаешь, где она? Нет, тем лучше. Дольше возвращаться будет. Ну, графы хреновы, выпустите меня немедленно! Надо усыплять. Слушайте, вы это там своим родственникам, приматам привет передавайте. Придурок! И полиции местной сообщите про нас, геройских милиционеров. Доктор, доктор, спасите, помогите. Давайте срочно колите мне местный наркоз. Как вы сюда вошли? У нас скорая операция. Ну, я по скорой, мне срочно надо, доктор, спасайте меня. Ладно, что у вас болит? Пока не всего, но через пару минут точно будет болеть. Так, немедленно покиньте операционную. Доктор, ну смилуйтесь, пожалуйста, не надо, помогите. Я вам заплачу. Вот, пожалуйста. Ладно. Ладно, куда колоть? Давайте в щеку давайте. Давайте в щеку. Все? Нет, давайте все в бороду. Давайте в бороду. О, в бороду хорошо. Теперь все? Так, и в живот колите. Давай. Сги. О, хорошо, в живот пошло. Ой, вот ой. Где ты. А я тебя по всему городу ищу. На! Ого, сух. Это за то, что приперся пьяным посреди ночи. Ой, а это за то, что пропил всю зарплату. Ну, а это за помаду на рубашке. А мне и не больно. Ой, за что? А это за смс-ку. Спасибо за прекрасный вечер. Не такой он и прекрасный, этот ветер. Мужчина, сразу хочу предупредить, там анестезия не действует. Ай. Ой, 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 холодненько. О, холодненько. Вот это за сито. Вот это уровень. Все, пойду мириться. А когда же вы вернете? Скоро, скоро, скоро верну. Так, самая нестабильная валюта 6 в букв по горизонтали, а? Ну? Ты еще спрашиваешь? Ну, в какой стране мы живем? А, доллар. В смысле доллар? Что в смысле? Он каждый день, вон, то 27, то 30, то 28.
очень нестабильная валюта. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу быть полезен? Я брала у вас кредит вчера. Может быть, фамилия, имя, отчество? Ненасытная Любовь Григорьевна. Да, есть такая. Брали кредит $500 на стиральную машину. Вчера. Что-то не так? Я принесла первый взнос. Уже? Да. Здорово. А какую сумму будете оплачивать? А это в зависимости, насколько вас хватит. Что? В смысле? Я не понял. Дело в том, что я женщина бедная, денег у меня нет. Я пришла отдать натурой. Ну, здорово, конечно, но извините, такую валюту мы не принимаем. Угу. Да. Я отдам в какой есть, а ты уже сам переконвертируешь, в какую тебе надо. Хорошо? Охрана! Так, женщина, немедленно покиньте помещение. А, так вас двое, да? Так вот, я отдам в двойном размере. Женщина, не надо, мы прощаем вам долг, да? Ну, только уходите. Нет, я женщина честная. Взяла, значит, отдам. Больно. И чего люди боятся этих кредитов, я не понимаю. Хорошо, завтра зайду, занесу второй взнос. Нет! Вы сегодня полностью погасили кредит. Не-а. Это всего лишь было тело кредита. А проценты, а скрытые комиссии. Меня не обманешь. Завтра зайду, занесу второй взнос. Пока, мальчики. Не надо. Надо. Любовь, зачем ты мне пришел? Проходим, проходим. Что вы делаете? За что вы меня задержали? Сейчас объясню. Вы обвиняетесь в попытке домогательства к девушке. Какого домогательства? Вы чего? Никого не домогался, у меня своя девушка есть. Разберемся. Гражданочка, скажите, это он? Он. Вот так вот. Вика, что ты здесь делаешь? Вот моя девушка, спросите у нее, мы знакомы. Вы что, действительно знакомы? Нет. Что? Вика, ты чего врешь? Мы же знакомы. Так, успокойтесь. Эта девушка утверждает, что вы пытались ее изнасиловать. Что? Вы чего? Мы встречаемся уже 6 лет. Ага, встречаемся. Он меня каждый день 6 лет подряд встречает у маршрутки и провожает домой. Следит за мной. А потом еще звонит и домогается. Сволочь. Ну ничего, я вам обещаю, мы его накажем по всей строгости закона. Вика, Викочка, Викусечка, ты чего? Это же я, твой зайчик. Так, тихо ты, зайчик. Таких, как ты, в камере волки ждут. С нетерпением. Они таких зайчиков очень любят. Волки? Какие волки? Какая камера? Вы чего? Вика! Вика, я все понял. Вика, поехали домой. Поехали домой, поговорим. Мужчина, никуда я с вами не пойду. Ладно, хорошо. Я понял. Давай здесь. Вика, выходи за меня замуж. Ну кто так делает предложение? Вика. Подождите, так я не понял. Да подождите, не мешайте. Вика, выходи за меня замуж. Ну кто делает предложение без кольца? Кстати, ты мне за него должен 8000. И да, да, я согласна. Подождите, я не понял. Это маньяк или не маньяк? Нет. Спасибо вам большое. Я бы без вас, ну, никак не справилась бы. Кстати, не хотите быть у нас свидетелем? Я вообще-то сам из кого хочешь свидетеля сделаю. Но чтоб самому,
Ну, хотя это почетно. Угу. Чего ж. Выпускайте меня уже. Слушайте, гражданочка, а может, вы на него заявление напишете, мол, он украл у вас сумочку, а я якобы его поймал. У нас, понимаете, раскрываемость не очень. Даже не знаю. Вы вроде как наш уже родственник. Ну да. Почему бы не помочь? Вика, ты чего? Ну, не будь таким бессердечным. Я бы без него никак не справилась. Давайте, напишу. Вика, что ты делаешь? Меня же на 2 года посадят. На 3. На 3, Вика! Ты не бойся, я тебя дождусь. Вика, я же тебе кольцо подарил, которое ты мне купила себе. А можно, чтобы он украл как бы Луи Виттон? Луи Виттон? Это будет даже 4 годика, пишите. Какой Луи Виттон? Вика, у тебя отродясь Луи Виттона не было, Вика! Вот именно, поэтому и пишу. Вика! 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 Мне здесь неуютно, Вика! Ага. Вика, я хочу домой, Вика! Вот пиздата. Я не хочу к этим волкам, Вика! Вика! Всё. Ты потеряешь своего зайчика. Вернется злая собака! Первое дело за 2 месяца. Очень хорошо, очень хорошо. Поздравляю. Ну что, пойдем оформляться, зайчишка, труси. На троих. Здрасте, чем могу помочь? У нас претензия. Да. Мы требуем компенсацию за испорченный товар. Да. Какой испорченный товар? У нас тут практически ничего просроченного нет. Да? Да. А вот это вы видите? Сколько там полосочек? 2. Вот именно, 2. А значит, ваш товар испорчен. Да. А вам не кажется, что та девушка, которая сдавала этот тест, просто беременна? Да. А если вы узнаете, что эта девушка – это я? Да. А зачем вы тогда это, того? Господи, ну что ж тут непонятного? Нам с Михалычем стало скучно. Да. Вот я на него и пописал. В смысле, на него. Да. А там 2 полосочки. Да. Ну что ж, хотите сказать, что я беременный? Знаете что, возможно, это произошло, потому что вы купили дешевый тест. Давайте я просто поменяю на более дорогой. Не надо. Не надо нам менять. Нам нужна компенсация. Да. Реальные деньги. Знаете что, а может вы реально того? Что значит того? Вы что, хотите сказать, что мы с Михалычем? Это полный бред, да? Нет. Короче, я не помню. Мы вчера планировали поехать к бабам. Планировали? Взяли маленькую. Взяли. Выпили. Ты... И дальше я ничего не помню, но к бабам мы не поехали. Что значит не поехали? За что хочешь сказать? Ну, вспомнил. Бабы к нам приехали. А! Слыхали? Бабы к нам приехали. Да. То есть это они, значит? Шерлок! Ну? Ладно, мы просим прощения. Нам не нужна компенсация. Дайте тогда нам 2 бутылочки боярышника, чтобы это событие, так сказать, отметить. Так, знаете, шелкошня, идите отсюда, а то полицию вызову. Да в какую... Тихо. Ладно, идем отсюда, идем. Ты видишь, от баб одни проблемы. Идите. Да, идем к Максиму Максимовичу на 3-й этаж. Зайдем, он все поймет. Виктория Сергеевна, что случилось? Что за шум? 2 полоски. Да не у меня! На троих. Проходите. Угу. Вот наш товар. Угу. Ну, вроде ничего. Красивая. Ага. Спасибо. Ну, а пробег у нее, так сказать, большой? Не поняла. Ну, спрашивают, как часто у нас это самое дело было? Ну, значит, смотрите, сейчас вспомню. Первая брачная ночь, годовщина брачной ночи и позавчера случайно. Ну, 8 минут. Не-не, подожди, а это, а Новый год?
Ой, прости, пожалуйста, 8 минут и 2 секунды. Не, ну видно, вещь хорошая. Даже обкатку еще не прошла. Просто, понимаете, мы с женой любим в разных других местах этим заниматься. Любители экстремального секса, так сказать, да. Ой, экстремал нашелся. То, что ты в гараже чпокаешься со своей таврией или на рыбалке со своей моторной лодкой, то вот ко мне это вообще никакого не имеет отношения. Короче, вы брать будете? Ну, я настроен решительно. Но надо проверить все. Кровать — это дело серьезное. Я-то человек холостой. Понимаете? А бывает всякое. Нужно, чтобы она выдерживала напряжение. Понимаете? Хотя вряд ли. Короче, мы готовы к любым проверкам. Давайте, проверяйте. Ну, надо, значит, надо. Вещь-то серьезная. Ну, что скажете? Ну, что сказать? Ну, честно, если, то ходовая не очень. И, по-моему, спидометр подкручен. Так что 5000 – это дорого. Давайте как-то сбрасывать. Не, ну, что значит сбрасывать? Я не могу сбрасывать. Я сам ее за 5100 брал. Куда же сбрасывать уже? Не. Не хотите, как хотите. Как говорится, за спрос денег не берут. Да, все хорошо. Спасибо, счастливо. Да, но если надумаете торговаться, звоните. Обязательно, обязательно. Mm-hmm. Да, все. Да. Счастливо. Эх. Саша, я тут только что поняла, у нас с тобой ни разу в жизни не было секса. Ха! И у него бы не получилось ничего, если бы я тебя так нормально 2 года не разогревал. Сейчас, Янчик. Алло? Да, да, продается. Практически новая. Да, 4900. А, ну, там, правда, быльца немножко сломана, да. А так все идеально. Хорошо, все. Угу. Так, Яна, готовься. Сейчас какие-то китайцы приедут себе в общагу кровать брать. Так что надо прям показать все, как есть. Ага. Здравствуйте. Добрый день. Чем могу помочь? Представляете, меня публично оскорбили и унизили. Услуги психолога мы не предоставляем. Ну, да слушайте сначала. Я собрался ехать в Америку. Угу. А в этом посольстве сказали, чтобы я им принес выписку из банковского счета. Правильно. Этот документ входит в базовый пакет для предоставления визы. И ничего унизительного в этом нет. Есть. Они мне не в карман. Они мне в душу хотят залезть. Представляете? У вас есть счет в нашем банке? Или вы хотите открыть? Нет у меня счета в вашем банке. И чтобы открыть, вот такого желания сильного тоже у меня нет. Вот в чем проблема. Ну, значит, все-таки надо открывать. Давайте ваши документы. А давайте таки ваши документы. Что значит мои? Девушка, вы что думаете, что я дам свои деньги первому встречному? Ну, вы отдаете их не мне, а кладете их в банк. Налоги я тоже плачу государству. А богатеют конкретные люди. Я поняла. Специально для вас у нас есть отдельные сотрудники. Пожалуйста. Таки добрый день, в чем проблема? О, здравствуйте. Здравствуйте. Представляете, я имею желание открыть счет в вашем банке. Но мне нужны гарантии, что все нормально. В таком случае держите вот. Что это такое? Это справочка о том, что я лично имею счет в этом банке. И чем эта справочка может мне помочь? Бумажка вам ничем не поможет, но вы посмотрите на меня. Вы видите у меня под глазами мешки? Ну, допустим, нет, и что? Это значит, что я сплю спокойно, а не переживаю за свои денежки.
О, и обмануть вы могли кого угодно, но только не меня. Я же понимаю, что вы устроились в этот банк специально, чтобы быть ближе к вашим деньгам. А вы такой умный человек. И специально для таких уважаемых клиентов у нас есть специальная услуга. Не хотите класть денежки, не надо. Можете просто купить выписку. Вы хотите, чтобы я у вас купил справочку о том, что в вашем банке у меня лежат деньги? Причем лежат под очень хороший процент. А, другой разговор. Давайте две. Одну отнесу в посольство, вторую покажу другу. Изи пускай завидует, черный зависть. Две будет немножечко дороже, но, я так понимаю, вторая для друга, а для друга вам ничего не жалко. Пусть подавится. Делаем. Оформляется. Что, не готово еще, что ли? Петрович, ты рехнулся, что ли? Кондратич видит, он тебя выгонит, черт твоей матери! Он же запретил нам пить! Пофиг! День рождения! День рождения у тебя был полгода назад! Так Кондратий же об этом не знает! Он же меня не поздравлял! Так Кондратич не пьет уже лет 10, он закодированный! У него нюх на это дело! Он тебя уволит к чертовой бабушке! Так а что делать? Что делать, что делать? Под машину лезь! Лезь под машину! Делай вид, что что-то делаешь, я тебе буду отмазывать. Ай, ёлка. Решение, голову, голову аккуратно, голову. Неудобно так пить. Не пей там. А, бухаете? Кто бухает? Вы чего, Кондратич? Мы омыватель в машине меняли. Вот он спиртом и тянет. А это под машиной чё? Жидкости для омывателя нанюхался, да? Нет, он это, он ходовую докручивает, там гайку закручивает, он заканчивает работу. Он же лыка не вяжет. Кто? Да он трезвый. Вы чего, Кондратич? Это ж вы виноваты, нам ключи новые не купили. Вот он зубами гайку и держит. Там руками крутит. Ух, он моща. Слышь, а ты гайку выплюнь, да скажи пару слов. Мы поймем, трезвый ты или нет. Трезвый, трезвый. Да он там спит. Кто спит? Вы чего, Кондратич? Это в двигателе остаточное явление. Крыльчатка барахлит. Так, крыльчатка. Я сейчас возьму алкотестер, проверю, и одним бездельником на СТО станет меньше. Кондратич. Развели бардак. Просыпайся, Петрович, просыпайся. Тебе домой надо валить срочно. Пишу. Три. Здрасте, Кондратий Кондратич. Виделись. Ну, я ж говорил, пьяный в зюзю, тут и тестер не нужен. Да вы чего, он трезвый? А где он? А вон он, машину полирует. Новый метод. Нажрался на рабочем месте. И в одном глазу. И в одном глазу, да. Хоть сдыхну. Ну, дыхни. Дыхни. Ну. Ты чего? Ты чего, Петрович? Он же закодированный был. А твой перегар его с ног свалил. Вот знаешь, Петрович, за что не буду тебя увольнять? Потому что ты единственный, кто подобрал код и смог меня раскодировать. Вот ты на меня дыхнул. И я вспомнил лучшие годы моей жизни. Ты ж моя радость. Ну, так. Так. Какой руке? Опа! Ха-ха-ха! Ты бежишь! Та-ра-ра-ра-ра! Петрович, Петрович!